Смотрите, какой залп летит просто. Вообще легко. Ух ты! Привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Я скачал здоровенный Годзилл, самолеты, танки, NPC с автоматами, пулеметами, базуками. И сейчас вы все сами увидите. Если опять кушать, приятного аппетита, а у нас мега битва с Годзиллой. Я немножко отличу выше, потому что он просто гигантский. Смотрите, как красота какая. Вот это мощь. Так, танки пошли в ход у нас. Давай, посмотрим, танк замочит или нет. Но в конце будет что-то очень эпичное, потому что компьютер у меня мощный, и мы сделаем такое что-то нереальное. Вот это, конечно, битва в тупую. Танк против Годзиллы, просто в сухую. Неужели танк может замочить Годзиллу? Напишите в комментариях, замочит или нет. Годзилла, ну! Ты же должен его убить. Давайте его немножко отодвинем, ну. Годзилла, мочи его. Ты же проиграешь. Нет, ничего не происходит. Танк просто его гасит. Давайте еще один поставим. Что было? Давайте вот такой вот танк поставим. Это я, конечно, не поставил, а бросил его. Ну что, давай. Покажи, на что ты способен. Что это за битва? Во, разозлился. Пошел, пошел. Есть Годзилла еще более сильнее, светящийся. Мы его поставим в конце. Во, пошел, пошел раздувать меха. С этого пака самолет. Что будет? Полетел. О, с самолетом они прям жестко воюют. Ой-ой-ой, красиво. Вот это мне уже нравится. Годзилла красиво за ним наблюдает. Но замочи его. Ой-ой-ой, прям сквозь него. Видели, ударил по самолету? Ой, это было эпично. Кстати, смотрите, с самолетом прям жестко воюет. Ох, какой злой он. А давайте мы поставим вот такой самолет. Ух ты, ух ты! Мне это нравится. Вот тут он его расстреливает с пулемета. Ну-ка, 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 поехал, поехал. Ой, зря ты к нему идешь, зря. Эй, что за баг? Там по воздуху только что ехал. Ой-ой-ой, красиво он его гасит. Ой, жестоко, жестоко. Мне кажется, сейчас танк взорвется. Да, танк против Годзиллы, это, конечно, очень глупо. Шансов выжить никакого. Ну, смотрите, он не отчаивается, до последнего стреляет. Ну, Годзилла, растерзай его. Ой-ой-ой. Ой, взорвался танк. Все-таки он его уничтожил. Давайте можно поставить самолетик. Ух, пошел. Ой, как он его хочет схватить резко. Да, с этого пака лучше воюет. И представляете, вот чувак думает, ну нафиг, зачем ты меня поставил с этим Годзиллой? О, ракета пошла первая. Пулемет, огнемет, видели? Очуметь, поджег его. Годзилла наблюдает, ждет, ждет, ждет. Сейчас ты подлетишь, я тебя замочу. Ну, горит. Еще одна ракета пошла. Она у меня вот там между ног что-то летает, но не взрывается. Взрывается. Давайте еще один самолет. Боится подлетать, боится. Еще один. Давайте прям жестокую войну сделаем. Еще самолет. Ой, Годзиллу хорошо жахнули. Какие-то мощные у них ракеты, я вижу. Ой, обстреливает как, смотрите. Давай, Годзилла, покажи, на что ты способен. Вот это он уже разозлился, надо было сразу больше NPC ставить. Ну что ты? На, ой, какой мощный взрыв. Сейчас они, я чувствую, три самолета его сложат. С разных сторон, смотрите, как атакуют. Можно реально делать всякие классные фильмы в этой игре. Люблю Гаррис Мод. Если вам тоже нравится Гаррис Мод, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что я стараюсь записать что-то интересное и удивляю своих зрителей и подписчиков. Если вам эта рубрика зайдет, собираем 2000 лайков, я снимаю более эпичное что-то. Мне кажется, битва это классная штука вообще, делать битвы разные. Воу, что это, он дымовухи кинули? Годзилла не знает, на кого включаться. Ой-ой-ой, мне кажется, они его сейчас сложат.
У нас есть вообще жесткий самолет, вот. Сейчас будет что-то вообще нереально. Где этот самолет? Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, что творится. Ух ты! Жестокий вот этот самолет. Мне нравится, как он стреляет. Давайте посмотрим, как он очередь выстреливает на Годзиллу. Давайте с этой стороны будем смотреть. Полетел, полетел. Делает заход, чтобы сдалека атаковать. Нет, не скинул ракету. Или скинул, я не обратил внимания. Полетел, полетел. Ой, зря ты ему попал. Боятся подлетать к нему, потому что сразу же завалит. Ой-ой-ой-ой-ой, бум. Убили? Нет, не убили. Это какой-то вообще живущий челик. Не хотят они его замочить. Ух ты, в жопу прям попадает. Промахнулась ракета, мимо пролетела. Так, а что мелочиться? Давайте сразу поставим Годзиллу более жестче. Мне кажется, это будет интереснее. Вот такой у нас есть Годзилла. Ой, какой красавчик. Погнал, бомбардировщик. Он будет его атаковать или нет? А где он летит? Вот он. Ого, ракет сбросил! О-хо-хо-хо, вот это жестко! И полетел. Нет, назад летит. Еще будет сбрасывать? А, все, он получается пустой. Давайте еще один поставим. Давайте все-таки посмотрим, как этот бомбу сбрасывает. Так-так-так, идет на заход. Ой-ой-ой, полетели! Ух ты! Смотрите, как он его ждет, но не попадает. Ой-ой-ой, сейчас чувствую, он попадет под его огонь. Нет, еще будет сбрасывать? У них получается всего по одному заходу. А если мы сейчас поставим, допустим, несколько истребителей? Вот такая, допустим, битва, когда у нас их очень много, и они все взорвались. Ой-ой-ой, красота, красота. Давай, мочи их. Мы будем тут на вышке стоять и смотреть. Ой, у меня подлагивает даже немножко, но ничего. Ой, как они его атакуют жестко. А он ничего не делает. Может, он не хочет на них именно воевать? А давай, Годзилла, покажи, на что ты способен. Смотрит на него. Ой-ой-ой, жестко ждет. Смотрите, а танк, не знаю, в небо полетел, что ли. Красава, Годзилла, вот этот мне нравится. Давай следующий, вот этот танк, как ты уничтожишь, пока он долетит до... Ой. Обстоятельства. Ох, он его ждет жестко. Че, не будешь идти к нему, не? Ой, достал, достал. Ой, чувак, тебе не повезло. Сразу уничтожил. Да, мощный, очень мощный. Вот этот самолет. Хорош, хорош, хорош. Прощай. Попадет струей? Ой, повезло, что улетел немножко дальше. Попал все-таки. Смотрите, как будет крушение происходить. Или нет? Ой, зря ты к нему летишь. Не лети, чувак. Прощайся с жизнью. Ой, ты его разозлил как. Ну, это все. Падает прямо на него. Красиво, прям в морду врезался. Камикадзе какой-то просто. А давайте поставим... А что такое Эми? Ой. Сразу много штук было бы. Уничтожил их наизично. Ну что, ты готов, чувак? Сейчас будет разных много самолетов. Ну что, какой-то из них по-любому мощную бомбу зафигачит на него. Ой-ой-ой, что пошло? Ну-ну-ну. И по лапе, и по ногам, и по голове. Давай-давай, подлетай к нему. Вот здесь самолеты очень жестко мочат. Раз, два, три, четыре, пять. Смотрите, что сейчас будет происходить, сколько бомб они на него набросают. Сейчас они сделают петлю все. Если успеют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, гасит их, хорошо. Смотрите, сколько летит бомб. Ой. Да ладно, уничтожили. Получилось, молодцы. Даже не ожидал. Думал, все-таки не будут гасить полдня. Ой, на столбе поставил. А, ну-ка давай этого замочите. Я выяснил самые мощные самолеты. Это они. Да ладно, вообще наизично. Стелсы сегодня рулят. Ого, тут сколько уже дымящихся.
Да ладно, так легко их замочить. Смотрите, какой залп летит просто. Вообще легко. Ух ты, вот это мега битва. Давайте два Годзиллы поставим. Два Годзиллы. Немножечко FPS вылетает, но ничего. Ой-ой-ой. Ты что? Этим самолетом все вообще ни по чем. Что, осталось? Давайте тогда сделаем одного Годзиллу и один самолет. Так. Чилипиздрик стоит. Давайте поставим. Давайте, один стелс. Замочит, нет? Давай, стелс, я в тебя верю, ты сможешь замочить. Я думал, Годзилла будет посильнее. Ну, наверное, такой залп ракет он не рассчитывал. Стелс вообще, смотрите, хоть бы что. Ладно. Я пошутил, не хоть бы что. Он сейчас будет падать, наверное. Полетел. Не, давайте его подальше поставим. Все-таки может он сделает залп. Летит. Ну давай, сбрасывай. Ну чувак, ну не лети сюда, он тебя замочит. Ой, красиво, да, уклоняется? Ай-яй-яй, смотрите, если один, то не получается. Давайте тогда дальше отлетим. И все-таки, я надеюсь, что он сделает разгон и замочит его. Давайте здесь поставим. О, отлично, зал пошел. Ой-ой-ой, мощь. Очень мощный самолет. Еще один залп пошел. Ого, сколько залпов. Да, один самолет может справиться с одной Годзиллой. Бум, ой, мощь. Хорошо, видели, как поразил его? Ой-ой-ой, убегай, чувак! Смотрите, как... На, и текать! Стрелял и текать! Ой-ой-ой, это была мощная ракета! Ого, накидал! Просто вот это он! Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри следующий ролик.